Всем доброго времени суток, это Ромулус ТВ, и мы продолжаем прохождение The Medieval 2 Total War за Византийскую империю. Так, что мы видим? В Житомире у нас накапливается неплохая армия. Нас по-прежнему желают атаковать, но пока что кишка танка у наших противников это сделать. И мы готовы продолжать прохождение и уничтожать наших врагов. Так, какие-то коварные люди решили напасть на нас. Но мы их опередим. Так. Мы нападем своей конницей на их отряды и просто выкосим их. Накосилка выкасывает траву, так и мы выкосим наших врагов быстро, четко и организованно. Началась жара. И сколько врагов понесло уже потери. Да так много, что не сосчитать. 3, 4, 5. Наше преимущество в высоте, и это преимущество мы используем по полной программе, захватывая можно большее количество целей, уничтожая их сразу же, без возможности реванша. Ну вот, 78% врагов, мы просто ускорим наш темп и просто добьем всех оставшихся египтян. Арабский халифат перестает существовать на территории нашего государства. Более никто не сможет зайти и вторгаться в наши земли без нашего на то ведома и позволения. Победа! Мы победили врага, отступим на территорию Алеппо, мы скорее всего будем захватывать там наших союзников. Пора уже подходить к окончанию этой кампании. И в Киеве нам также понадобится военная мощь, подкрепление. Мы хотим захватить наших врагов. Так, в Загребе мы достраиваем сейчас все, что нам необходимо, к минимуму. Так, в Палермо еще осаждение на 8 ходов. Да, ситуация простая, ясна, но в то же время не такая уж и простая она у нас. Так. Построим себе новую армию. Италия долгое время оставалась для нас лишь мечтой, но теперь половина Италии принадлежит нам. Вот так вот, люди, мечтайте, ваши мечты сбудутся. Венецианцы, ах вы засранцы. Шпионок нам в город запустили. Да я вас захвачу просто.
Сицилия все равно несет какие-то потери. Безнаказанно она не способна нападать ни на одно государство. И венецианцы отступают. Благородные венецианцы приехали помочь своим союзникам. А союзник их наказывает. Вот так вот Сицилию отблагодарили. Ну что ж, мы что, попытаем счастье. Попробуем уничтожить. Хотя нет. Но, в принципе, не потягаться с этой силой пока что. Ну что ж, еще 9 селений и победа наша. Надо захватить Киев, попытаться у Венгрии что-то урвать. Возможно, их крепость на севере не защищена ничем. Да кого угодно, можно и у Польши попытаться что-нибудь схватить. Польша нам тоже может отдать еще одно селение. У всех можно брать. Главное, у нас остались союзники, к которым можно будет подобраться, во всяком случае, на первом ходу безнаказанно сделать это нападение, эту вылазку. Последние из десяток ходов мы сократили значительно количество селений, которые нам необходимы для победы. Так, черная смерть, Кутаиси. Ладно, давайте мы вам построим причал в качестве компенсации. Так, Арта. Мощеные дороги. В Абидесе мы построим ярмарочную площадь. В Кафе построим пристани. В Адне построим тоже пристани. В Загребе орудийные башни, и все. Через 6 ходов мы можем выпендриваться, что угодно делать с Венгрией. Нам не страшно это государство более. Так, Иканий. Орошаемые поля. В Анкире мы строим городской совет. В Дамаске мы будем проводить разъяснительную работу с вот этим вот еретиком. И с вот этим тоже. Еще лучше. Так, в Дамаске мы построим в качестве благодарности поле. Так, Кесарье. Рынок. Дамаск. Пока что ничего. Кесарье тоже. Дерьякабыр. Так, давайте мы бомбарду. И продолжим строительство и накопление наших армий. Болония. В Болонии мы тоже бомбарду построим, параллельно продолжив улучшение всех наших селений. Так, Белград, Флоренция, по Флоренции башни. В Болонии мы строим тоже. Так, Багдад. Багдад только что пережил очень серьезный штурм. Дадим ему возможность восстановиться. Тимида. Так, турки с нами не хотят мириться, это однозначно. Ничего, мы накапливаем сейчас силы. Впоследствии мы бросим все эти силы на фатимидов. Вот на египтян тоже нужно бросить что-то. Давайте пройдемся здесь, может, захватим у египтян их селение. Остается действительно еще каких-то 9 селений. Так, столица Сицилия по-прежнему подвергается опасности. Давайте, братцы. Поничтожали мы всех лишних сицилианцев. Так, возьмем 3 отряда и пробитие сделаем.
Желательно бы не допускать ни одного юнита более. Этому городу его реально можно отбить. Здесь сидит неплохая армия, которая гаснет исхода вход. Мы будем лавиной покорять нашего полководца. И усмеются над врагом. Я не против. Это даже хорошо и полезно. Все, врагам фактически уже нечего нам противопоставить. Конница среди копьеносцев — это просто самоубийство. И вражеский король. Вы посмотрите, какой живучий. Ну, король, давай, давай. Давай, шайбу, шайбу. Молодец. Ну, слава великому сицилийскому королю. Он подарил нам такую победу. Все. Наказали мы врагов. Придется здесь наказать нам. Нельзя позволять врагам выходить далеко. Так, и здесь мы будем тоже строить самое современное оружие. Нам потребуется тоже к захвату, так что будем пытаться всеми силами возможными и невозможными охватить это селение. Так, врагов у нас много, и надо нам много будет воевать. Отхапаем мы еще какое-нибудь поселение себе. Так, с Венгрией еще нам нужно 6 ходов перемирия, после мы можем уже начинать нападение. Но пока нам нужно быть паиньками просто в лицах венгров. Так, шотландский флот, что ж ты тут делаешь? Так далеко от своих рубежей. Так, пропускаем ход. Нет, не пропускаем. Нет, пропускаем. Пропускаем все же ход. Ну, если он хочет заняться миротворческой миссией, разбить всех повстанцев, то я буду только за. Шотландский флот – это нечто неординарное.
Антиохия 3200, ну просто нереальный доход. А... Да, противников флот на такой не способен. Так, вот мятежники начали выпендриваться. The fires of independence burn... Вильям Волос будет угрожать нам, наверное, не в этой жизни. Но это был реальный герой. Так, Константинополь. У нас тут был, кажется, священник. Антек грохнем. Там живучий ты. Построим еще парочку священников. Дерахи. Дерахи мы построим верфь. В Белграде мы что-нибудь с торговлей построим. Или уже нечего строить. Ну ладно, мастерская бомбарда тогда будет. Трапезунд. В Трапезунде будем строить лучшие из портов. Кутаиси. В Кутаиси мы построим тоже порт. Брагузи. В Брагузи еще один порт. Ираклион. Еще один порт, а вообще. Нереальная прибавка будет у нас к доходам после этого хода. Опять-таки порт. Акаба. Ну, давайте здесь порт, хотя он тут не нужен. Мекка. Центральный тракт. Саркел. Так, в Саркеле все есть. И будем строить новых юнитов. Еще более сильных, более грозных. Отношением войск один к одному. Да нет, не победить нам при таких условиях. Ну что ж, самое время начать кампанию против Неаполя. Соберем все силы в кулак и ударим по врагам. Ну все, пришло время активных завоеваний, и некогда нам ждать, когда кто проснется, кто что сделает. Будем просто нападать и крушить наших врагов. Так, что касается Киева. В Киеве хрен что мы сделаем пока. Ну, пока не сделаем. Оставим на перспективу. Так, в Сукмаре. Так, накопление у нас будет здесь и здесь. Опять-таки будем накапливать силы, пока это возможно. Постараемся разбить все силы и захватить Киев. Пусть даже мы залезем в долги. Очень нестабилен. Что ж, попытаемся провести эту, хотя давайте лучше до следующего хода. С вами был Romulus TV, подписывайтесь, лайкайте, оставляйте свои комментарии на моем канале. До следующей серии.